На самом деле Россия в течение последних 25 лет серьезно утеряла рынки и Южного Кавказа, и Центральной Азии, прежде всего продовольственные рынки. И сегодня встала необходимость восстановить, по сути, тот витаминный мост, который существовал в системе Советского Союза, да и Российской империи. Отсюда на самом деле требуется два основных мероприятия, которые могут это сделать. Первое – это требуется политические решения, что мы уходим от полной зависимости от глобального рынка продовольствия и начинаем делать контрактные системы с Азербайджаном, с Арменией, с центральноазиатскими государствами, с Таджикистаном, Узбекистаном. И, соответственно, второе мероприятие, которое необходимо проводить, это создавать систему переработки этой продукции, консервирования, в том числе используя самые современные способы, например, сублимационную сушку, сверхбыстрое замораживание и так далее. Поэтому, на самом деле, это колоссальная программа, которая не просто обеспечит импортзамещение, но по факту практическое строительство Евразийского союза, о котором мы так много говорим. Это и будет практическая кооперация в системе евразийской интеграции.